И всем привет! И сегодня мы с вами поиграем опять в Bus Simulator Ultimate. Меня попросил в него поиграть один мой подписчик. Так, сейчас приступим. У меня взломка. Не знаю, что сказать. Ну, грузи быстрее. Да, телефончик же старый. У меня на айфоне за 5 секунд загрузилась эта игра. Да. Ну, на айфоне я не снимаю, так как там почему-то у меня голос не записывается. Подарочки, ну... Что? О, серьезно. Так, короче, давайте. Не, давайте новый автобусик возьмем. Да, подлагивает. Что поделаешь? Почему у меня три таких же автобуса? Так, на этом мы, кажется, еще не ездили. Так, давайте выбираем. Стоп, я не помню, я покупал что-то в олицетворе. Хорошо, что у нас автобусик зелененьким подсвечивается. Так. Не очень хочу, это, кажется, номера. Узоры. Давайте вот такое вот. Так, давайте не будем тянуть. Так, маршрут. Так. Не, стоп, мы ездили на таком маршруте. Давайте я куплю новый маршрут. Так. Так, сначала купим страну. Так, давайте в Францию. Такс. Франция. Франц. Выберите. И город давайте Таулос. Создать офис. Такс. Так, теперь выбираем еще один город. Так, давайте этот. Мы в этой игре миллионеры. Такс. Теперь давайте от Таулоуса до Нантоуса. Время. Давайте самое утречко. 6 утра. Поменять. Так, давайте сначала смотрим, какое у нас максимальное... Цифра в билете. 38. Значит, у нас будет 30, я сказал. Так, общественное питание. Давайте. Хот-дог, лимонад. Просто фастфуд. Точнее, хот-дог и компот. Вот какие мы миллионеры. Начало. Сейчас вам дядя Рома покажет, как нужно пассажиров разводить. Развозить. Не разводить? Не, я их не развожу на деньги. Не-не. В принципе, как для такого маршрута, тут $30 из 38 это немного. Вот 33 или 34 доллара это уже реально было бы много. Но зависит, какой пассажир едет в нашем автобусе. Который считает каждую копейку или какой-то мажор. Тоже загрузка долгая. В принципе, так телефончик нормально тянет игру. Уже сейчас будет 5-я минутка. И мы
входим в игру. Да, ровно на 5-й минуте мы уже зашли в игру. Интересно то, что здесь есть паркинг. Ну, видели, да, на коробке автомат. И во всех играх вот есть здесь и паркинг. Или это наручник поставил, или на нейтралку забыл, как это называется. Блин, у меня стрелки я забыл поменять на руль. А ладно, не буду возвращаться, слишком долго. Какой старенький у нас салон. О, этот автобус зелененький напоминает из игры Flixbus. Так, да-да, парковка идеальна. И юмор у вас тоже идеален. Ох, полдня пройдет, пока я припаркуюсь. О, долго будете говорить, парковка здесь идеальна, да? Черный ход. О, черненький прошел в салон. Для черных пассажиров черный вход. Какое у нас старье? Ведро с болтами. Но все же такое. Все же Мерседес. Мерседес, мать мужа. Да блин. Да я тут. Значок, ты меня раздражаешь. Куда же тебе присунуть? Вот тебе здесь и самое место. Так. А, еще рано. Так. Сначала обязательно. Перестегивайте ремни, потому что кто знает, как я буду себя вести. Перестрахуемся. И мы всегда к вашим услугам. Это очень классная функция, что... Это, блин. Нужно немножко прибавить самостоятельного скорости, чтобы эта функция, вот, круиз-контроль сработал. Вайфайчик сейчас. По идее, нас пассажиры должны похвалить, которые, что автобус не очень-то удобный, но... Ну, ничего страшного. Ну, а что они хотели за 30 долларов? Блин, это довольно, блин. Хочешь более удобный автомобиль? Так купи себе. Тоже мне, блин. Гурман. Настроение 100. Цвет настроения красный. Красный. У меня Мерс такой сасный, классный. Почему бы не прибавить газку? Также вот это вот зеркальце можно убрать, то, что было слева. Справа. Но лучше все-таки его я добавлю. Блин. Да, я привык играть на руле. Вот в Russian Raider Online мне были удобно на стрелках. Потому что руль какой-то странный. Ну, кому-то удобно, но мне лично нет. Но есть люди, которым тоже неудобно. Таких немало. Так, давайте мы здесь останавливаться не будем. Я их лучше так покормлю в автобусе. Да, блин. Так, камеру поворачиваем. Мне кажется, или я немножко криво сижу. Так, скоро поворот через каких-то 490 километров. Не, 475 километров.
А гудок тут у нас. Что это было? Что это было? Блин, как... Так, смотрим по ситуации. Здесь и так никто не проезжает, но все-таки пожарный. Смотрим, не проезжает никто. Ну, а вот гудок. Так. По РП ситуации включаем его, потому что, чтобы дать сигнал водителям, которые типа там проезжают. Но здесь и так никто не проезжает, поверьте мне. Когда-то раз, помню, передо мной тут на этом же повороте проезжал автобус, и он, короче, свернул направо и тут же исчез куда-то. Перед моими глазами. Вот так вот. Не до конца продумано тут все. Камера здесь не очень удобно расположена. Та, которая слева. Справа всегда камера неудобна. Вот так, в принципе, если я не поворачиваю руль, то видите, камеру нормально видно. Которая слева. Туман. Так. Погудим. Если бы вы слышали, какой на плане гудок. Где-то на несколько секунд целых. Знаете, как я для себя придумал? Что смотрите, это полоса, которая справа от меня. Я буду там ехать до 65 километров в час. На этой полосе, которой я сейчас еду посередине, от 70 до 75 километров в час. А на вот этого, на вот этот... Этой вот, которая слева, буду ехать от 80 км в час до сотни. Если я буду ехать больше сотни, то пассажиры будут на меня плохо настроены. Так скажем. Буду договорить, типа, что я думаю, что я пилот, и скоро мы будем летать. Так, типа, водитель думает, что... Он пилот, скоро мы будем летать. Вот так и. Вот так вот. Так, впереди туннельчик. Ох, какие горы. Так, 80. Сейчас будем перестраиваться. Даже не знаю, успею ли я доехать до автовокзала, прежде чем у меня закончится бензин. Что это за звуки? Что у меня с автобусом? Радио здесь есть. Так-с. Если бы здесь еще время писало, которое... Если бы еще здесь было расписание, как в Subway Simulator 3D. О, видел автомобильчик справа от меня на средней полосе. Стоп, это бензозаправка ВОК или ВОК? Кажется, ВОК или что? Аккуратно, не съезжаем с моей полосы. Это моя полоса, я ее отжал. Иногда бывает, я не кручу руль, и автобус как-то сам поворачивается. Смотрите, видите руки моего водителя? Они как бы сами поворачивают немножко, а я на стрелке не нажимаю. Ща нажимаю уже. А бензина-то мало, ох. Ох. О, ближайшая бензозаправка. А, это не бензозаправка. Ну, в любом случае, я не успею. Как ты мог без дозаправки? Да нормально я мог, нормально.
Не волнуйся. Что это здесь? Так. Зачем заезжать на... к какой-то забегаловке, если можно поесть в автобусе. Так, я бы сейчас хотел повернуть. Да, уже могу. Гонщик нелегальной профессиональной. Прийти на все скорости. Нет ему покорности. Так. Поворачиваем. Exit right. Да повор... Заел... Ух, повернул. Ой, заел. Точнее, стрелки. О, крутой поворот. Опа. Вот так люблю я его проезжать на полной скорости. Даже когда-то его реально... Это реально его на 100 километров в час так повернуть резко. Когда ты едешь под соточку. Вот это тебе все. Подключим. А, да, кстати, это всего лишь текстурки. Они ничего нам... Они никак нам не навредят. Да и автобусик так-то здесь не сносится. Так, еда закончилась. Ой. Да, все вообще не закончились. Нужно купить еще. Пусть сервисный автомобиль нам отправит угощение. Алло, компания, у нас срочные проблемы. Нужно отправить к нам автомобиль с угощениями. Перерыв? Не, не слышал. Здесь, кстати, тоже почему-то никто из автомобилей не ездит. Не ездит. На таком вот повороте я ошибся. Ну, редко бывает. Я профи. Да блин. Фух. Да, по обочине, кажись, нельзя обгонять, но я думаю, да ладно, подумаешь. Никому это не навредит. Главное быстро обогнать автобус. О, мы уже приехали почти. И так и нигде не останавливались, даже на светофорах. И кто-то что-то сказал только что. А настроение 100, а гол. А. Аппетит 1. Хм, 0, точнее. Голод 0. Блин, ну... Блин. Курс, мы уже приехали, блин. И мне ехать на базу отдыха и там тебя высадить. А самим сюда приехать, да? Поворотник, ключи. Ой, боже. Топлзи, блин. Включаем Wi-Fi, это поворотник. Да выключи поворотник, долбоёб. Какой лагучий у меня телефон. Нет, Xiaomi хорошая марка, но, блин, старый уже. Старый у меня телефончик. Но как-то держится. И, кстати, когда я врезался в обочину в игре Coach Bus Simulator, то пассажиры никак не реагировали. Здесь они будут думать, не знал, что это ралли для бездорожья.